Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим GPS-навигатор от компании RS, модель N500 с картами Navlux. Поставляется он в фирменной упаковке. Вот такой, давайте рассмотрим комплектацию. Так, внутри находится сам GPS-навигатор, корпус пластиковый полностью, диагональ 5 дюймов экрана. Так, с левой стороны у нас разъем под наушники 3.5, джек, слот под карту памяти microSD и также разъем мини-USB для зарядки подключения к компьютеру. В верхней части кнопка включения-выключения и также сзади есть динамик. Так, давайте далее. Что у нас еще есть? Крепление на присоске. Полностью с поворотным шарниром идет. Регулировать как удобно, как угодно можно. Вот. Кабель USB, зарядный прикуриватель на 12 вольт. Вот такое обычное, стандартное. Так, ну и сама рамочка для крепления. Есть также стил. И далее документация, это инструкция и гарантийный талон. Так, сейчас мы подключим на питание данный навигатор и посмотрим, пройдемся по его функционалу. Подключили мы навигатор на питание, он загружается довольно-таки быстро. Вот уже у нас готов к работе навигатор. Здесь у нас есть 6 иконочек, это навигация, медиа, текст, игры, настройки и приложения. Заходим сразу в навигацию и загружаются карты Navlux. Navlux предустановлены, то есть с картами Украины. Если нужно добавить какие-то карты, это нужно регистрироваться на сайте Navlux, регистрировать устройство и отдельно докупать карты. То есть здесь все просто, выбираем проложить путь, куда, адрес. То есть все здесь понятно и интуитивно, и можно открыть карты. Вот. По самому устройству, то оно довольно-таки неплохой мощности. Здесь установлен процессор ARM Cortex-A7 на 800 МГц. Память встроена 4 гигабайта, разрешение 480 на 272 пикселя экран. Вот и система, здесь идет Windows CE 6 версии. Также есть встроенный аккумулятор 650 мА и оперативная память 128 мегабайт. Вот такое вот устройство, довольно-таки шустрое, нормально работает. При покупке данного навигатора на него распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость такого навигатора вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.